Вчора у Києві біля Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, мітингували газовики. Участь в акції взяли 36 газорозподільчих підприємств України, об'єднаних спільною проблемою. Люди нарікають на низькі зарплати. Свою позицію щодо вирішення проблеми озвучили сьогодні на підприємстві «Криворіжгаз». Профсоюзні організації неоднократно обращались к председателю НКРМ, премьер-министру Украины, президенту Украины, для того, чтобы пересмотрели и утвердили тарифы на распределение природного газа, которые позволили бы покрывать расходы газораспределительных предприятий и повысить зарплату наших специалистов. На данный момент, на сегодняшний день, у нас на предприятии происходит большое увольнение квалифицированных кадров, даже неукомплектованные аварийно-диспетчерские бригады. Ведь завтра отопительный сезон. Целью нашей акции не было повышение цены на газ, а именно пересмотреть тарифы, которые позволили бы поднять нашим работникам заработную плату хотя бы до уровня средней зарплаты работников промышленности.